Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас лекция будет касаться пороков сердца. Дело в том, что вообще мы сегодня должны были обсудить пороки, так называемые комбинированные и сочетанные пороки. Но я решила сегодня дать вам простые пороки, ибо комбинированные клинические проявления комбинированных и сочетанных пороков будет зависеть от выраженности того или иного порока, да? А для того, чтобы знать, какой же порок выражен, вы должны знать, что же такое простые пороки, да? А для того, чтобы начать, мне бы хотелось бы остановиться на анатомии и на гистологии, вот именно строение эндокарда. Вы помните, ребята, когда приносили сердце, да, мы рассматривали его, щупали клапаны. Я тогда говорила, что эндокард – это и есть двойная складка эндотелия. То есть эндокард, извините, клапан – это и есть двойная складка эндокарда. Вот эндокард выстилает всю поверхность сердца, да, поверхность, выстилая поверхность сердца. Вот, например, если я возьму указатель, вот, например, эндокард, представим, что здесь эндокард, да, смотрите, он выстилает, да, идет, образует двойная складка эндокарда, это и есть клапан. Дальше он продолжается в сосуды, и в сосудах тоже продолжается в качестве эндотелия. И потому поражение эндокарда часто и всегда влечет за собой поражение клапанного аппарата. Конечно же, нормальная работа клапанного аппарата является необходимым условием для осуществления насосной функции сердца. Какие же основные причины есть пороков сердца? Ну, какие? Это врожденные причины могут быть недостаточности. Например, бикуспидальный аортальный клапан. Да? То есть аортальный клапан не три створки имеет, а две створки, например. Какие-либо заболевания в виде синдрома Марфана, Эллерса-Данло, например, заболевание в виде слабости, например, митрального или тракеоспидального клапана. Конечно же, на первом месте стоит ревматизм из приобретенных пороков, да, инфекционный эндокардит, сифилитический аортит. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что третичный сифилис чаще всего дает вот именно поражение клапанного аппарата и особенно аорты. Расширение клапанного кольца, разрывы клапана, старческая дегенерация клапанов характерна для людей 70+, повреждение хорд и сосочковых мышц. Стенозы часто вызываются врожденными проблемами, о которых мы сказали, да, ревматизм, старческая дегенерация. К редким причинам относятся аутоиммунные болезни соединительной ткани, это системная красная волчанка, ревматоидный артрит, другие заболевания. Также имеются карциноидные опухоли, особенно те, которые распространились из пищеварительного тракта в печень или лимфатические узлы. Карциноидные опухоли чаще всего дают поражение трикуспидального клапана. Это является редкой причиной, но вот именно трикуспидальный клапан, когда вы будете обсуждать, вы заметите, что вообще поражение трикуспидального клапана является вторичным. Ну, как мы уже сказали, синдром Марфана, Эллерса-Данло – это заболевания наследственной природы, которые характеризуются поражением соединительной ткани. Также причинами пороков сердца могут быть лучевая терапия, проводимая в области грудной клетки, инфаркт миокарда, когда происходит некроз папиллярных мышц, а мы знаем, папиллярные мышцы, что делают? Они крепят хорды, да, и отрыв хорды может привести тоже к недостаточной работе клапана. Ну вот синдром Марфана на первой картине характеризуется, видите, таким специфическим внешним видом. Есть Марфана, Марфана-подобный синдром. В прошлом году наши студенты делали работу по синдрому Марфана. В принципе, это очень даже такой распространенный синдром. Да? Тогда здесь будут проблемы с легкими, проблемы с сердцем. Ну, зачастую это полиорганная патология. Так, дальше
Извините, кто что-то переключился, переключая. А вот синдром Эллерса-Данло, да, вы видите, вот такой синдром, тоже поражение соединительной ткани, фибропластический эндокардит, возвратно-бородавчатый эндокардит. Вообще острый бородавчатый эндокардит тоже могут приводить к поражению клапанов. Ну, кроме того, еще смотрите, вот трикуспидальный клапан и бикуспидальный аортальный клапан. А вообще может быть поражение любого клапана в пороках. Это пороки митрального, аортального, трехстворчатого клапана чаще всего. Да? Но мы говорим, что на первом месте по поражаемости, конечно, стоит митральный клапан. Встречается как стеноз, так и недостаточность. На втором месте по порокам это аортальные клапаны, трехстворчатый затем. А вот поражение клапанов легочной артерии редкие, и они чаще всего носят вторичный характер. Какие пороки различают? Это простой порок, когда поражается только один клапан или одно отверстие. Например, один клапан – это митральная недостаточность или отверстие, стеноз левого АВ-отверстия. Да, вот вы знаете, ребята, будет правильнее говорить не митральный стеноз, да, конечно, в литературе тоже встречается митральный стеноз, да, аортальный стеноз. Да. Аортальный стеноз можете говорить, но когда стеноз атриовентрикулярных клапанов, то вы говорите стеноз левого или правого АВ-отверстия. Так будет более правильно. Различают сочетанные пороки, когда поражается один и тот же клапан и отверстие. Например, митральный стеноз, скажем, стеноз левого АВ-отверстия и недостаточность, митральная недостаточность. И комбинированные пороки характеризуются поражением разных клапанов и отверстий. Например, митральная недостаточность плюс аортальный стеноз. Ну, как я уже говорила, что порог митрального клапана стоит на первом месте, порог клапана аорты на втором, затем следует трехстворчатый клапан. Ну, чаще всего на третьем месте это сочетанные патологии митрального аортального клапана и порог трехстворчатого клапана. Все их мы сегодня обсудим. Для того, чтобы понимать гемодинамику, опять же, по традиции я выставляю нормальное давление в полостях сердца. Что вы должны понимать вот с этого графика? Должны понимать, что давление, смотрите, в левом желудочке систолическое равно давлению в аорте. Вы должны понимать слаженный механизм работы, кроме того, что самое низкое давление в правом предсердии. Также вы должны понимать, что посмотрите, происходит одномоментное закрытие клапанов и вот фаза диастолы, вот эти клапаны, а вы атриовентрикулярные клапаны должны быть закрыты. Смотрите, фаза систолы, сокращаются желудочки, кровь идет в основные артерии, это в аорту и легочную артерию, а вот эти клапаны, они должны быть полностью закрыты. Также вы должны понимать, что устья легочных вен и устья полых вен, вернее, нижние полы вены, они не имеют клапанов, то есть повышение давления в предсердиях автоматически приводит к повышению давления в этих сосудах, то есть в системе легочных вен и справа в системе верхней и нижней полой вены. Ну, давайте начнем сначала со стеноза левого атриовентрикулярного отверстия, так называемый митральный стеноз. Да? Частыми причинами являются ревматизм, инфекционный эндокардит и кальцинозы. В норме площадь этого отверстия 4,6 квадратных сантиметра. Симптомы начинаются, когда уменьшается и становится менее 2 квадратных сантиметров. В патогенезе, ну давайте рассмотрим уменьшение площади митрального отверстия, вот в норме 4,6, да, которое должно было быть, приводит к систолической перегрузке левого предсердия, то есть левому предсердию нужно выжать кровь, да, и через узкое отверстие сначала, конечно, всегда идет гиперфункция и затем гипертрофия, да,
В левом предсердии повышается давление, которое в норме 4,8 мм ртутного столба, гипертрофируется левое предсердие, а затем развивается миогенная дилатация. А если развилась миогенная дилатация с остатком крови, естественно, это приводит к повышению давления в легочных венах, которое запускает повышение давления, вы помните, повышение давления и расширение легочных вен запускает рефлекс Китаева. И рефлекс Китаева, что это значит? Повышение давления приводит к сужению легочных артерий. Легочные артерии суживаются, а значит и повышается давление в них. Повышение давления в легочных артериях или легочная гипертензия приводит к тому, что правому желудочку приходится работать против высокого давления, и он начинает испытывать постнагрузку, так называемую. Да? А сначала идет гипертрофия, и затем, конечно, может развиться миогенная дилатация с развитием праможелудочковой сердечной недостаточности. При данном пороке происходит сначала изменение со стороны левого предсердия, а затем, конечно, при развитии легочной гипертензии со стороны правого желудочка. Какие же критерии диагностики различают? Это, конечно, клапанные критерии, они самые важные критерии. В первую очередь меняются тоны. Вообще вы должны понимать, что критерием диагностики клапанных пороков являются, конечно, шумы. Ребята, шумы – это шум, потому что тоны могут меняться при многих заболеваниях, а самым критериальным для порока является появление шума. И, конечно, если вы услышите шум, отправляете на эхокардиографию, и на эхокардиографии вы получаете доказательства. Вот эти два критерия вы должны понимать, что в первую очередь это шум, а во вторую очередь это эхокардиографические изменения. К клапанным критериям относится, что первый тон, склерозированный клапан, он дает хлопающий первый тон. Щелчок открытия митрального клапана, то есть появляется в норме, ну, опять же, я рисую, да, люблю я рисовать. Вот, например, первый тон, затем вы знаете, что второй тон, да, и затем опять первый тон. Если мы будем рисовать, да, вот это S1 первый тон, это будет S2, и это так, S2, и это будет S1 опять. Вот это систола, да, систолическая фаза, это фаза диастола. Что происходит? На верхушке первый тон усиливается. На верхушке, почему на верхушке? Потому что митральный клапан выслушивается на верхушке, да. А затем, смотрите, щелчок открытия митрального клапана, он следует за вторым тоном. В норме мы знаем, что второй тон появляется после закрытия, ну, во время закрытия аорты и пульмональной артерии, и затем мы должны диастолу наполнить желудочки, да, и наполнение, мы говорили, в норме открытие клапана всегда бесшумное. Но в данном случае при стенозе, да, вот при стенозировании левого отверстия, митральный клапан, он открывается уже каким? Щелчком, да, с появлением дополнительного тона, щелчком открытия митрального клапана. И посмотрите, пресистолические и мезодиастолические шумы, то есть шумы, которые захватывают середину диастола, да, после открытия вот митрального клапана будет шуметь, потому что кровь будет проходить через узкое отверстие и с пресистолическим усилением. Пресистола – это и есть диастола, только конец систола, да, перед систолой. Значит, будет диастолический шум, который будет охватывать середину и конец диастолы. Косвенным клапанным критерием относится гипертрофия правого желудочка, который дает сердечный горб, да, если развивается в молодом возрасте, прекардиальная и эпигастральная пульсация, то есть эпигастральная пульсация, вы знаете, какая, да, пульсация в виде сердечного толчка, четвертое межреберье слева от грудины, и эпигастральная пульсация говорит о чем? Говорит о гипертрофии правого желудочка. И, конечно же, расширение абсолютной тупости сердца вправо перкуторно. Гипертрофия левого предсердия проявляется расширением верхней границы,
так как у нас происходит дилатация левого предсердия, ну и митральная конфигурация сердца. Гипертензия малого круга проявляется одышкой, кашлем, кровохарканием. Характерно такое митральное лицо. Посмотрите, пожалуйста, он бледный, и на бледном фоне мы видим румянец, да, вот такой. Такое митральное лицо появляется, если у нас, смотрите, еще раз возвращаясь, смотрите, наполняемость левого желудочка нарушена, да, значит, у нас есть сердечный выброс низкий, да, и это все переходит, с другой стороны, у нас есть высокая легочная гипертензия. Если у нас малый сердечный выброс, который дает вот такую бледность, да, сочетается с высокой легочной гипертензией, то у больного изменяется внешний вид. Вы по внешнему виду можете заподозрить даже, что у вашего больного есть стеноз левого АВ-отверстия. Высокое давление в легочной артерии, говорит, проявляется акцентом второго тона надлегочной артерии, когда давление превышает 25 миллиметров ртутного столба. Ну, мы уже говорили, смотрите, посмотрите, пожалуйста, что у нас, смотрите, первый тон, да, есть второй тон, после второго тона есть тон открытия митрального клапана или так называемый щелчок, да, и, смотрите, мезодиастолический шум с пресистолическим усилением, с усилением досистолы. Почему пресистолическое усиление? Потому что, помните, в конце диастолы у нас сокращается предсердие, и сокращение предсердие приводит к еще большему. Вот, например, он старается освободиться от достаточного количества крови, и происходит пресистолическое усиление, когда кровь движется по узкому отверстию. Посмотрите, вот это и есть стеноз, да? Далее, инструментальные методы исследования, естественно, помогут вам поставить диагноз. Это, конечно, ЭКГ покажет признаки гипертрофии левого предсердия, гипертрофии правого желудочка. Обязательно нужно учитывать, конечно, посмотрите, что какие же признаки гипертрофии, да, у нас существуют. Если у нас все, что касается предсердия, это будет изменение зубца П, то мы получаем П пульмонали, да, во всех отведениях, да, особенно второе, третье отведение, отведениях, отвечающих за правую половину. Не забудьте посмотреть и не забудьте, пожалуйста, посмотреть и, конечно же, грудные отведения, да. В1 вы знаете, что у нас всегда есть вот такой П, зубец П сам имеет двухфазный характер, да, и вы должны понимать, что первая положительная фаза отвечает за правое предсердие, отрицательно за левое предсердие. Я не буду останавливаться на признаках ЭКГ критериях гипертрофии правого желудочка и левого предсердия, потому что вы уже это проходили на третьем курсе, или вы можете повторить, да, какие же признаки с курса гипертрофии. На фонокардиографии, естественно, мы получаем увеличение амплитуды первого тона, да, интервал, ну, смотрите, первый тон он становится, интервал, первый тон становится более 0,07 секунд, тон открытия митрального клапана, да, и вот видите, тон открытия митрального клапана после второго тона, интервал, второй тон QS, он более, меньше 0,12 секунд, пресистолические, мезодиастолические шумы и повышение амплитуды второго тона и его расщепление на легочной артерии. Что же будет на рентгене? Ну, тут я еще раз повторяю, что различают на рентгене вот такие дуги, да, вы знаете, что справа у нас есть две дуги, это правое предсердие, верхняя половина, а слева у нас четыре дуги, вот эта дуга соответствует дуге аорты, вот видите, да, а вторая это легочный ствол, легочная артерия, затем левое предсердие, ушко его и левый желудочек. Что происходит здесь? У нас в связи с тем, что у нас увеличивается легочный ствол из-за легочной гипертензии, видите, да? Также у нас происходит увеличение левого предсердия, и это приводит к сглаживанию талии сердца, и вот такая конфигурация называется митральной конфигурацией, когда теряется талия сердца, да, вы видите. Выпухает ствол легочной артерии, мы уже сказали, и в первом косом положении пищевод отклоняется по дуге малого
по дуге малого радиуса, радиусу, который приходится на левое предсердие. На эхокардиографию. Это, конечно, золотой стандарт диагностики эхокардиография. Обязательно эхокардиография даст вам фиброз творог-митрального клапана, однонаправленное движение и повышение левого предсердия правого желудочка. Стадии, какие бывают, различают степени, да, так называемые. Первая степень заболевания полностью компенсирована, ну и не проявляется, больные к вам не попадают, но только можете их, например, попали по другому поводу, и вы послушали сердце, вдруг услышали шум, и тогда только продиагностировать. Да. Вторая степень, когда есть признаки нарушения кровообращения в малом круге, выявляемые при физической нагрузке. Третья, выраженные признаки нарушения в малом круге, в большом начальные проявления. И когда четвертое, выраженный застой как в большом круге кровообращения плюс смерцательная аритмия, мы знаем, что растянутое левое предсердие, растяжение левого предсердия, конечно, нарушает электрофизиологические механизмы, которые происходят в левом предсердии, мы получаем мерцательную аритмию, которая, кстати, очень опасна, ребята. Мерцательная аритмия, как правило, сопровождает данные пороги, чаще всего именно развивается вследствие стеноза левого отверстия. И вот это растянутое, перерастянутое предсердие, оно не сокращается, оно мерцает. И создаются очень хорошие условия для тромбообразования. Почему? Потому что пристеночное давление низкое, тромбообразование, этот тромб может спокойно оторваться и через полость, попадая в полость левого желудочка, попасть в системный кровоток и даже заблокировать мозговое кровообращение, да, тогда может быть инсульты, и тогда если блокирует, например, селезеночную, да, артерию, тогда могут быть спленомегалия, если блокирует, конечно, почки, это будет почечная недостаточность, если большая крупная артерия, то есть это очень чревато, и важно, конечно, лечить мерцательную аритмию, важно применение антикоагулянтов. И пятая степень – это, конечно, дистрофическая конечная степень. Осложнение зависит от стадии течения и таких осложнений, как тромбоэмболия. Лечение оперативное показано при втором и третьем стадиях течения митрального стеноза, и затем мы вот лечение рассмотрим совместно с недостаточностью митрального клапана. Позвольте приступить к дискуссии недостаточности митрального клапана. Причинами являются, частыми причинами, это ревматизм, атеросклероз, затяжной септический эндокардит, травма сердца. Недостаточность митрального клапана приводит к тому, что во время диастолы, вот эти клапаны, они должны быть в норме закрыты, они недостаточно закрываются, и во время систолы, когда желудочки сокращаются, и кровь должна идти в аорту, этот клапан не до конца закрывается, и происходит обратная регургитация, обратный ток крови в полость левого предсердия. Конечно же, мы получаем здесь растяжение полости левого предсердия. Видите, если предсердие в эту фазу, фазу систолы, она должна получать кровь от легочных вен, то получает она двойную кровь от легочных вен, видите, притекает, и плюс еще обратный ток крови. Это, конечно, приводит к большой нагрузке левого предсердия, происходит тоногенная дилатация левого предсердия, и в фазу диастолы, когда желудочки наполняются, в желудочке входит большое количество крови от предсердия, и это тоже приводит к перегрузке левого желудочка, то есть будет объемная перегрузка левого желудочка. Конечно, мы получаем тут как гипертрофию левого предсердия, так и гипертрофию левого желудочка. Да? Ну, при данном пороке, конечно же, в конечной стадии, что будет у нас, если не компенсируется этот процесс, да, прогрессирует далее, то, конечно, это будет приводить к застою в легочных венах и также стимулирует рефлекс Китаева с повышением легочной артерии, с повышением давления в легочной артерии и поражением правых сторон.
Какие же критерии диагностики? Тут тоже клапанные критерии. А на верхушке первый тон ослаблен. Почему? Потому что мы получаем недостаточные клапаны и недостаточные изъеденные по краям клапаны. Они не могут сформировать достаточный тон. Поэтому на верхушке будет первый тон ослабленным. А, конечно же, это будет грубый систолический шум. Вы должны всегда понимать, ребята, что систолический шум, он происходит в фазе систолы. Да? Так как в систолу у нас левый желудочек сокращается, кровь должна идти, то есть систола, да, сокращение, кровь должна идти в аорту, а кровь еще обратно происходит через не полностью закрытый клапан, то есть через узкое отверстие. Вот это через узкое отверстие прохождение, он дает на верхушке систолический шум, который примыкает к первому тону. А косвенные клапанные критерии – это гипертрофия левого желудочка, это усиленный разлитой верхушечный толчок. Почему разлитой? А почему усиленный? Мы говорим, что левый желудочек испытывает какую нагрузку? Объемную нагрузку. И объемная нагрузка, она приводит к тому, не концентрической, а эксцентрической гипертрофии. Расширение грани сердца влево. Мы видели даже вот в прошлых годах со студентами больных с пороками клапанов, и когда левый желудочек, он находился, да, расширялся даже до средней подмышечной линии. Представьте себе, какое расширение может быть. Да? Гипертрофия левого предсердия проявляется расширением верхней границы, то есть в норме, если находится верхняя граница на третьем ребре, то вы будете находить на втором межребре, даже на втором ребре. Митральная конфигурация, естественно, за счет сглаживания, да? Расширение третьей дуги, это левое предсердие, да, и гипертензия малого круга кровообращения в конечном итоге. На ЭКГ будут признаки гипертрофии как левого предсердия, так и левого желудочка. А на фонокардиографии, естественно, низкоамплитудный первый тон, систолический шум, который примыкает к первому тону. Эхокардиография покажет вам достаточно хорошую картину. Это золотой стандарт, показывающий отсутствие полного смыкания створок и, конечно, покажет митральную регургитацию, да? Так, рентген, митральная конфигурация сердца, отклонение пищевода по дуге большого радиуса. Почему? Потому что у нас идет увеличение как левого предсердия, так и левого желудочка. Вот большой радиус, это будет соответствовать левому желудочку. Прогноз зависит тоже от степени митральной регургитации. А вот трудоспособность, конечно, зависит от развития сердечной недостаточности, от выраженности, да, по НИХА мы знаем сердечную недостаточность. Лечение. Лечите основное заболевание консервативно. Если, например, порок развился вследствие ОРЛ, острой ревматической лихорадки, далее с развитием ХРБС, да, хронической ревматической болезни сердца, конечно, вы лечите, плюс обязательно происходит протезирование митральных клапанов. Какие показания к операции при митральных пороках? В периметральном стенозе показанием к операции является второй функциональный класс, когда площадь отверстия становится менее 2,5. Да? А тут, если 2,5-2 квадратных сантиметра, применяется баллонная дилатация. Третий-четвертый функциональные классы, когда площадь отверстия менее 2. Да? Это открытая комиссуротомия или протезирование клапана. А при выраженной легочной гипертензии с признаками сердечной астмы показания – это абсолютные показания к оперативному лечению, то есть полное протезирование клапана. При митральной недостаточности, третья-четвертая степень – это когда длина струи регургитации, показывается на эхокардиографии. Когда струя регургитации превышает 6 мм, объем от 40% и более, даже при удовлетворительном состоянии пациента обязательно нужно реконструировать клапан. И когда есть выраженная дисфункция левого желудочка, естественно. Следующий порог – стеноз, аортальный стеноз, ребята, но мы говорим, что частыми причинами стеноза может быть ревматизм, инфекционный эндокардит. Кроме того, вы уже видите склероз и кальцификация, да, и вы видите уже здесь сифилис, да, тут третичный сифилис. Площадь в норме 3-4 квадратных сантиметра. Вот посмотрите, пожалуйста, насколько это аутопсийный материал, вы видите, насколько сужено отверстие. Что значит стенозирование? Это когда у нас воспаление
раскаленные клапаны, они по краям сращиваются, и видите, да, сращение по краям, тут же вы видите, так, атеросклеротическое поражение аорты, и вы видите, вот через узкое отверстие бедному правому желудочку приходится выталкивать кровь, да? Что, к чему это приводит? Когда левый желудочек испытывает постнагрузку, видите, на выходе вот такое сопротивление, то тогда происходит удлинение времени систолы левого желудочка, повышается градиент давления между левым желудочком и аортой, который становится более 40 миллиметров тутного столба. Повышение давления на выходе приводит к концентрической гипертрофии левого желудочка. То есть сначала начинает желудочек увеличиваться, утолщаться вовнутрь, да, а затем уже приходит к дилатации. Какие же критерии? Клапанные критерии – это основные критерии. Конечно же, ослабление второго тона на аорте. Мы знаем, что тут уже мы должны выслушивать аорту. Аорта выслушивается во втором межжребии справа от груди, и там будет ослабление второго тона, грубый систолический шум над аортой, который будет проводиться на сосуды шеи, в еремную, подключичную ямку. При этом на верхушке первый тон сохраняется. Косвенным относится гипертрофия левого желудочка, это значит усиленный разлитой верхушечный толчок, смещение влево и вниз, аортальная конфигурация сердца, когда аортальная конфигурация – это только расширение левого желудочка. Дополнительным критерием относится бледность кожных покровов. Почему бледность? Из-за того, что кровь не выбрасывается из левого желудочка достаточно в аорту, это проявляется снижением давления в аорте, а значит и будет и бледность. Мы называем эту бледность даже аортальной бледностью. Да? Систолическое дрожание во втором межреберье справа дает такое кошачье мурлыканье, так называемое вот это прохождение, вот турбулентный ток крови, он дает такой кошачий симптом кошачьего мурлыканья. Если вы когда-либо гладили кошку, да, вы заметите, что такое дрожание. Артериальный пульс малый, медленный, мы говорим о том, что падает давление, да, и головокружение, обмороки, боли в области сердца, за грудиной. Головокружение, обмороки мы связываем с низким давлением, да, а боли в области сердца, за грудиной, они развиваются. Почему? Во-первых, из-за того, что в аорту попадает малое количество крови, а мы знаем, от устья аорты отходит, что у нас, коронарные артерии, которые кровоснабжают сердце, да, то есть, с одной стороны, у нас будет коронарная недостаточность, да, снижение давления в коронарных сосудах. И с другой стороны, мы получаем с вами гипертрофированные желудочки, которые требуют больше питательных веществ. И мы видим, не только уменьшается приток крови по коронарам, но и увеличивается потребность миокарда в кислороде, и вот такой двойной механизм часто дает боли в области сердца за грудиной. И, конечно, гипертензия малого круга кровообращения, но это в конечной стадии. А вот это единственный порог, который длительное время может развиваться без симптомов. Посмотрите, что вот 10-20 лет, да, вот более чем 25 лет, смотрите, более чем 25 лет этот порог дает асимптоматическое течение. Видите, нету симптомов, но посмотрите, пожалуйста, что если появляются симптомы, как только появились симптомы, какие проявления? Симптомы в виде недостаточности, chronic heart failure, недостаточности, синкопальные состояния. Энджина – это не ангина, ребята, энджина – это стенокардия, то есть появляются стенокардические загрудинные боли, вот тогда у нас резко человек может умереть. Видите, в течение нескольких лет, 2-3 лет человек может погибнуть. То есть вот наша задача вот в асимптоматической стадии обнаружить этот порог, да, ребята? И если вы делаете реконструкцию, смотрите, реконструктивную операцию, да, тогда что происходит дальше? Человек живет себе все нормально. Без реконструкции человек умирает в течение нескольких лет. То есть вот такой коварный порог, он долгое время может проходить без симптоматики. На ЭКГ мы видим гипертрофию левого желудочка, естественно, и на ЭКГ фиброз творогоаортального клапана, снижение амплитуды систолического расхождения и дают, конечно, нам
конечно, нам дают вот площадь аортального отверстия. При данном пороке мы говорим, смотрите, систолический шум, он такой ромбовидный систолический шум, что значит, вот первый тон ослабленный, да, мы видим ромбовидный систолический шум, а если кто занимался музыкой, вы можете говорить крещендо-декрещендо, да, это с усилением и затем с ослаблением, вот такой ромбовидный систолический шум, который занимает, он грубый, он достаточно такой грубый, и я думаю, вы знаете, мы на практических занятиях будем выслушивать эти шумы, и вы будете отгадывать. Я буду ставить, например, какой-либо шум, вы будете говорить, это систолический шум или диастолический шум. И на практических занятиях я вас научу, как различать систолического и диастолического шума. Да? Систолический шум всегда связан с первым тоном. Вот что вы должны понять, да? Понимать, что первый тон, он происходит одномоментно также с пульсацией сонной артерии, да? Если вы не различаете, это первый или второй тон, да, и затем второй тон, видите, и мы видим чистый такой систолический шум между вторым и первым и вторым тоном. Рентген. Сердце аортальной конфигурации. Что значит аортальная конфигурация? В данной ситуации мы видим только расширение левого желудочка, и вот это в виде сапога, когда у нас подчеркнута талия сердца, мы называем аортальную конфигурацию, то есть выбухает такая четвертая дуга. Сфигмограмма – это, конечно, в виде петушиного гребня. Да? Осложнение – левожелудочковая сердечная недостаточность. Конечно же, это отек легких, да, и нарушение проводимости. Часто дают блокады левой ножки пучка ГИСа или полную атриовентрикулярную блокаду. Прогноз зависит от степени выраженности стеноза. К показаниям к оперативному лечению является декомпенсированная гипертрофия левого желудочка. Какие же показания? Клиническими показаниями является одышка, стенокардические боли, синкопальные состояния. То есть мы с вами говорили, что если уже есть такая симптоматика, то это должно быть срочная реконструктивная операция. ЭКГ критериями является инверсия зубца в отведениях В5-В6. Если есть, то это говорит об ишемии, тогда тоже нужна операция. И эхокардиографическими критериями показаниями является градиент давления выше 50 мм тутного столба и более, когда градиент давления между левым желудочком и аортой, и когда площадь аортального отверстие становится менее 0,75, то есть менее там, одного даже, да, и давление в левом желудочке 200 миллиметров и более. Следующий порог – это недостаточность клапана аорты, когда наоборот ситуация, аортальный клапан не полностью закрывается, да, а он когда, в какую фазу должен быть закрыт? Он должен быть закрыт фазу диастолы, да, и частыми причинами являются ревматизм, затяжной септический эндокардит, сифилис, диффузные заболевания соединительной ткани, атеросклероз аорты, иногда может быть тупая травма грудной клетки, отрыв створки, ну, это вот врожденная патология, крайне редко, но может быть. Какие нарушения гемодинамики? Неполное смыкание аортальных клапанов, они должны быть фазу диастолы закрыты, да, происходит обратный ток крови из аорты в полость левого желудочка в диастолу. Мы знаем, что в диастолу левый желудочек наполняется, и правый желудочек, они наполняются кровью, да, митральный клапан открыт, а здесь трикуспидальный открыт, наполняется кровью, но левый желудочек получает еще кровь какую? Вследствие обратного тока крови с аорты, то есть происходит перегрузка левого желудочка, такая объемная перегрузка, да, диастолическая объемная перегрузка, которая приводит к гипертрофии левого желудочка с последующей дилатацией. А вот когда происходит, вот левый желудочек во время диастола получил большое количество крови, такое же большое количество крови он должен вытолкнуть, и увеличивается систолическое артериальный, сердечный выброс с увеличением систолического артериального давления, а во время диастола эти клапаны не до конца закрываются, происходит обратный заброс крови, и это приводит к низкому диастолическому давлению. Для этого порока характерно высокое систолическое давление и низкое диастолическое давление. Вы если измеряете, вот у нас, например, лежал пациент, мы смотрели со студентами позапрошлом году, мы измерили давление, тогда у человека было, смотрите, 140 на 40, да, давление, то есть пульсовое давление было 100,
Вот такое большое пульсовое давление. Иногда даже бывает в тяжелых случаях там 180 на 0. Представьте себе вот такое давление, да? Какие критерии? К клапанным критериям относятся, конечно, ослабление второго тона на аорте, на втором межреберье справа, диастолический шум на аорте. Чаще всего этот диастолический шум выслушивается очень хорошо, где в точке Боткина-Эрба, третье межреберье слева от грудины. Это дополнительная точка выслушивания артального клапана. А находится гипертрофия левого желудочка и периферический симптом, очень важный симптом, например, бледность кожных покров, обмороки, головокружение, носовые кровотечения, но они носовые кровотечения вследствие того, что увеличивается систолическое давление, одышка, сердцебиение, боли в области сердца. А очень важны симптомы такие, как пляскокаротит, вследствие высокого пульсового давления происходит так называемая пляскокаротит, да, и видимая пульсация сонных артерий. Симптом миссии, когда человек начинает кивать головой в такт пульса. Это симптом миссии, да, положительный капиллярный пульс. Что это такое положительный капиллярный пульс? Если вы посмотрите там на зрачки, то у этих людей будет пульсация зрачков, положительный капиллярный пульс. Если вы нажмете на край, я вам покажу на практических занятиях, на край ногтевого ногтя, да, и тогда вот здесь мы видим красный, скажем так, розовый венчик. И вот этот розовый венчик будет пульсировать, который в норме не пульсирует. Это положительный капиллярный пульс или симптом Квинки называем. Да? Двойной тон трауба и двойной шум дюрезия на крупных сосудах. А вот если крупные сосуды мы надавим, там сосуд бедренную артерию, да, мы будем выслушивать, надавим фонендоскоп, то это будет систолический и обратный ток крови диастолический. Мы этот систолический диастолический тон нам дает двойной шум и двойной тон. Двойной тон трауба, двойной шум дюрезия, обратный шум, да, и гипертензия малого круга. Это в тяжелых случаях, когда у нас происходит митрализация артального клапана с вовлечением, конечно, рефлекса Китаева. На эхокардиографии, на ЭКГ гипертрофия левого желудочка при митрализации клапана, то есть митрализация. Что значит митрализация? Мы говорим, вы смотрите, вот это левый желудочек, да, вот левое предсердие, между ними клапан, да, повышение давления в левом желудочке. Дилатация левого желудочка приводит к тому, что стенка уходит, да, а если стенка уходит, то мы получаем расширение кольца левого АВ отверстия. Расширение кольца приводит к расширению, к отдалению клапанов, митральных клапанов, и тогда будет относительная недостаточность митрального клапана, и здесь уже развивается митрализация, так называемая, артального порока. Вот тогда, конечно, будет гипертрофия левого предсердия. А в точке Боткина-Эрба самое лучшее место для выслушивания артальной недостаточности выслушивается протодиастолический шум убывающего характера, который примыкает ко второму тону, и амплитуда второго тона уменьшается. Рентгенологически мы видим аортальную конфигурацию, видите, с выраженной талией сердца, четвертая дуга выпухает, аорта расширена на всем протяжении, видите, это расширение, вот здесь мы видим расширение аорты на всем протяжении и может глубоко пульсировать. При митрализации в первом косом положении пищевод отклоняется по пологой дуге. Сфигмограмма, это графическая регистрация пульса, показывает высокую декротическую волну, да, вот высокая волна со снижением. Вот что у нас происходит в норме, и высокая декротическая волна с низким диастолическим наполнением характерно, то пульс высокий, да, и скорый высокий, или пульсус магнус характерен для недостаточности аорты. Осложнение, конечно, это сердечная недостаточность. И зависит от степени поражения. Лечение консервативное и оперативное лечение. Какие же показания являются? Одышка, стенокардиотические боли, обмороки являются показания к операции.
к замене клапана, и эхокардиографические критерии, когда происходит регургитация более 50% ударного объема. Это достаточный объем. Представьте, то, что желудочек выбрасывает, да, из 100%, 50% ровно половина и более возвращается обратно. Тогда, конечно, нужна операция. Снижение сократительной функции левого желудочка, когда фракция выброса падает, а конечный диастолический размер более 70 становится и систолический размер более 50 миллиметров. Так, теперь бы, мне бы хотелось бы немного поговорить, у нас есть время, о недостаточности трехстворчатого клапана. А органическая недостаточность может развиться вследствие ревматизма, инфекционного эндокардита, травмы. Ну, кроме того, мы говорили, что может быть еще карциноидная опухоль. Да? Функциональная недостаточность клапана развивается как осложнение других пороков, например, растяжение фиброзного кольца, сухожильных нитей, папиллярных мышц. Например, все заболевания, которые приводят к гипертензии малого круга кровообращения, да, гипертензия, легочная гипертензия, да, все заболевания, приводящие к легочной гипертензии, прошу не перечислять, да, во всяком случае, позвольте мне не перечислять, тут все написано. То есть все заболевания, приводящие к гипертензии в легочной артерии, приводят сначала к гипертрофии, а затем дилатации, а если дилатируется, естественно, расходятся клапаны, и это приводит к относительно недостаточности трикуспидального клапана. И, конечно же, поражение папиллярных мышц и сухожилий, трикуспидального клапана тоже при тупой травме грудной клетки с разрывом хорда, при инфаркте миокарда правого желудочка с поражением папиллярной мышцы тоже могут привести к недостаточности трехстворчатого клапана. Что при данном пороке происходит? Эксцентрическая гипертрофия правого желудочка, правого предсердия, естественно, да, как правило, они одномоментно связаны. А для данного порока характерен выраженный и рано наступающий застой крови по большому кругу кровообращения. То есть очень рано начинаются, там, например, это отеки на нижних конечностях, там, увеличение печени, расширение шейных вен, да, смотрите, возникновение могут обратной волновой, пульсовой волны в верхней и нижней полых венах при выраженном дефекте трехстворчатого клапана. Что это означает? Тот так называемый положительный венный пульс, да, когда развивается положительный венный пульс, когда вот эти клапаны расходятся, и вы видите в норме во время систолы кровь должна идти в легочную артерию, да, а тут у нас еще происходит обратный ток крови. Когда происходит обратный ток крови, то мы говорили, что устья полых вен не имеют клапанов, и любое сокращение правого желудочка начинает отражаться в системе верхней и нижней полувен. Если верхняя полувена, это будет положительный венный пульс. В норме мы знаем, что вены не пульсируют. У нас пульсируют только артерии. А в данном случае, в данном пороке, начинают пульсировать вены. Снижение сердечного выброса, имеется в виду выброса левого желудочка. Тут в данном случае, видите, обратный ток крови идет в левое предсердие, значит, в легочную артерию выбрасывается меньше крови, а значит, меньше крови проходит оксигенацию, меньше крови поступает в систему левого предсердия левого желудочка, а значит, у нас этот порог характеризуется малым сердечным выбросом, да, то есть в аорте будет низкое давление. И тогда, конечно, это будет усугублять перфузию периферических органов и тканей. Жалобы, конечно, тут жалобы на первый план выступает правожелудочковой сердечной недостаточности, то есть тяжесть в правом подреберье, отеки на конечностях сначала, там, быстрое увеличение живота в объеме, то есть асцит, да, будет одышка, уменьшается, не усиливается в горизонтальном положении. Вот, ребята, очень нужно здесь быть осторожными. Да? Дело в том, что мы говорим, если митральные пороки, то в первом вот, митральные пороки, там будет ортопное, да, одышка будет усиливаться в горизонтальном положении больного, и больные вынуждены будут подкладывать подушку. А здесь, вот видите, да, что происходит? Одышка уменьшается, не усиливается в горизонтальном положении. Также в горизонтальном положении уменьшается частота приступов удушья, то есть сердечная астма. Да? Больные при этом могут теперь занимать горизонтальное положение в постели с низким изголовьем, не испытывая чувства нехватки воздуха. Да?
Увеличение общей слабости и быстрой утомляемости при выполнении минимальной нагрузки, которая недавно была под силу больному. То есть физическая спадает толерантность к физнагрузке. Если раньше, например, доступно было спокойно, да, пробежаться за автобусом, то теперь, конечно, у больного будут проблемы, да, появляется одышка. Осмотр. При осмотре обращать на себя внимание, горизонтальное положение в постели с низким изголовьем, акроцианоз, иногда желтушным оттенком. Почему желтушным оттенком? То потому что застойная печень, да, будет, ребята. Также лицо одутловатое, кожа желтовато-бледная со значительным цианозом губ кончика носа, глаза тусклые, ну, лицо карвизара, да, вены шеи набухшие, даже в вертикальном положении больного, и иногда при повышении, чрезмерной регургитации крови будет положительный венный пульс. Вот такой положительный венный пульс. По венному пульсу вы можете, ребята, увидеть, насколько происходит, то есть выраженность порока. И просто вы смотрите, какой-то отрезок, да, шейной вены, что вы делаете? Вы прижимаете и разводите руки, то есть создаете место, где венка опустошена. Затем вы дистальный конец оставляете, да, убираете проксимальный конец, и вы по наполняемости вены вы смотрите, насколько происходит наполнение. Да. Вообще в норме не должно быть, да, это наполнение, да, вы видите, то сверху только идет. Да. А если у нас идет, скажем, быстрое наполнение, это говорит о том, что есть обратный ток крови с трикуспидального клапана. Да, быстрое наполнение говорит о положительном венном пульсе. Вот таким образом вы можете его исследовать. Ну, исследование печени тоже дает большую находку. Может быть абдоминально-ягулярный или гепато-ягулярный рефлекс. Например, в течение 10 секунд, если надавливаете ладонью на переднюю брюшную стенку в околопупочной области или в области проекции увеличения печени, приводит к усилению набухания шейных вен, да, и вследствие возрастания центрального венозного давления. И иногда, может быть, редко, конечно, при выраженных делах и печеночный пульс, и, конечно, будут отекать не только нижние конечности, не только будет осцит, да, но и могут быть отек мошонки, полового члена, в тяжелых случаях анасарка. Сердце показывает выраженную разлитую прекардиальную пульсацию, то есть пульсация, где у нас будет сердечная пульсация, в области четвертого межреберья слева от грудины, и также эпигастральная, смотрите, пульсация слева от грудины плюс распространяется на эпигастральную область, так называемый сердечный толчок плюс эпигастральная пульсация. Аускультация. Первый тон ослаблен, но где выслушивается трикуспидальный клапан? На основании мочевидного отростка. Да, на основании мочевидного отростка первый тон будет ослаблен, второй тон надлегочной артерии тоже будет ослаблен из-за снижения сократимости правого желудочка и уменьшения объема крови в малом круге. Мы говорим, что происходит объединение малого круга. Во втором межреберье слева от грудины, то есть в точке проекции клапана легочной артерии, долгое время сохраняется акцент второго тона. Протодиастолический ритм галопа и патологический третий тон, это говорящий о патологическом третьем тоне, говорит о сердечной недостаточности. Если ритм галопа, еще раз здесь позвольте мне нарисовать, да, что такое ритм галопа. В норме есть у нас первый тон, второй тон, да, первый тон, второй тон. Дальше вот первый, второй, да, и первый, второй. Но при слабости сердечной мышцы, я говорила, что во фазу наполнения желудочков образуется, появляется еще третий тон. И первый, второй, третий тон, они образуют ритм галопа. И этот ритм называется протодиастолическим. Почему протодиастолический? Третий тон, он же в начале диастола, поэтому протодиастола, да. Если четвертый тон, он же конец диастола, пресистола, тогда будет, если первый, второй, третий, четвертый тон будет
будет, а то это будет называться пресистолическим галопом. А если первый, второй, третий тон добавляется, то это будет протодиастолический ритм галопа. На основании мочевидного отростка, это самый главный критерий, выявляется систолический шум, и распространение вверх зависит от степени регургитации крови. При незначительной регургитации шум проводится не выше 4-го ребра по левой сторональной линии, а выраженная регургитация может способствовать распространению до 2-го, иногда и до 1-го ребра. А характерен признак ревера Карвала – это систолический шум при недостаточности трехстворчатого клапана, усиливается на вдохе. Мы знаем, что на вдохе происходит увеличение притока крови к правому предсердию и увеличение степени регургитации. Это признак ревера Карвала. А какие наиболее важные клинические диагностические признаки недостаточности? Это положительный венный пульс, усиленный разлитой сердечный толчок, эпигастральная пульсация, расширение тупости сердца вправо, систолический шум на фоне аускультации трикуспидального клапана, мы уже сказали, и признаки застоя по большому кругу кровообращения. ЭКГ показывает, конечно, гипертрофию правого желудочка и правого предсердия, а вот мы говорим, что часто это может быть вторичный порок, да, то есть как бы осложнение со стороны там митрализации аортальных пороков или митральных пороков, тогда, конечно, мы видим и двойные признаки, то есть не только будет гипертрофия правого предсердия, правого желудочка, но и будут изменения со стороны левых отделов сердца. Ну вот, например, смотрите, тут у нас там нарушена проводимость, и плюс еще мы видим, что здесь отрицательные Т и отрицательные Т в правогрудных отведениях говорят о чем? О том, что уже правый желудочек начинает испытывать ишемию. Да? На рентгенограмме, например, вот здесь рентгенограмма какая, вот, например, тут митральный стеноз, да, митральный порог, да, митральный порог, например, стеноз или, скажем, недостаточность, да, привело в данном случае недостаточность, потому что расширение как левого предсердия, так и левого желудочка, да, и вторично легочная гипертензия, видите, легочная гипертензия, еще о чем говорит, вот здесь аорта, да, по идее аорта должна выбухать, чем легочная артерия, но мы видим, и легочная артерия, она такая, видите, прям даже больше стала, значит, высокое легочное давление, оно привело к гипертрофии правых отделов сердца, то есть вот здесь правое предсердие, но также уже увеличение правого желудочка, оно привело к увеличению вот и правого предсердия. Мы видим расширение границ сердца вправо, и, конечно же, здесь мы еще застой видим, потому что тут митральный клапан тоже задействован. Да? Доплер, конечно, показывает, эхокардиография показывает регургитацию с правого желудочка в левое предсердие, степень регургитации показывает, да, сколько миллиметров регургитации. И, конечно же, для данного порока, там, например, применяются такие методы лечения, как шовная ануллопластика трикуспидального клапана, да, ануллопластика трикуспидального клапана, учитывая низкую скорость кровотока при протезировании трикуспидального клапана, особенно важно пожизненное проведение антикоагулянтной терапии, да, ну, и если есть погрешности при приеме непрямых коагулянтов, могут повлечь за собой тромбоз даже искусственного протеза. Вообще стадии клапанной болезни сердца, ну это не коронарная болезнь сердца, ребята, клапанная болезнь сердца, хорошо, а вот вообще различают вот ABCD, это по последней классификации, A это с риском, а B это прогрессирующая, C бессимптомно тяжелая, и симптомная тяжелая входит в категорию D. Вот такие категории. Вообще основной задачей врачей является, чтобы B-стадия, стадия прогрессирующей стадии не перешла в стадию C. Да? Вот C1 у нас компенсированная, а вот C2 это уже декомпенсация. Ну, теперь поговорим давайте о профилактике, да, различают первичную, вторичную профилактику, особенно я остановлюсь на профилактике инфекционного эндокардита, эндокардит это частая причина, которая приводит к образованию пороков, и профилактике острой ревматической лихорадки, ОРЛ, ну, ХРБС, да, конечно, первичная профилактика инфекционного эндокардита, она связана со своевременной оперативной коррекцией врожденных пороков сердца и санацией очагов инфекции,
инфекции у больных с поражением сердца. Да, любые очаги инфекции – это горло, это зубы, это ну, все что угодно может спровоцировать эту болезнь. Да. Профилактический курс антибактериальной терапии у больных с поражением сердца. Сердце, особенно при наличии протезов, протезных клапанов, антибиотики назначаются 2 дня до манипуляции и 2-3 дня после любой манипуляции. Ну, часто, конечно, стоматологические причины. Вот, например, до манипуляции, до похода к стоматологу обязательно нужны назначения антибиотиков. Да? Вторичное – это назначение антибактериальной терапии, которая была эффективна в предыдущем эпизоде инфекционного эндокардита за 1-2 дня до и опять же после. Да? Первичная профилактика острой ревматической лихорадки. Мероприятия, направленные на повышение уровня естественного иммунитета и адаптационных механизмов организма, раннее закаливание, полноценно витаминизированное питание, максимальное пребывание на свежем воздухе, то есть регуляция режима отдыха и труда, да, борьба со скученностью в жилищах и вообще в общественных учреждениях и сангигиенические меры. Конечно же, это своевременная диагностика. Что касается ОРЛ, это если инфекционный эндокардит, там надо быть очень осторожным со стоматологическими процедурами, тут у нас надо быть осторожным с горловыми делами, это фарингиты, тонзиллиты, необходимое лечение в случае возникновения острого стрептококкового тонзиллофарингита, особенно у лиц молодого возраста, если у них есть отягощенное наследство, неблагоприятные социальные бытовые условия, то пятидневное лечение бензилпенициллином в суточной дозе 4 миллиона и 1,5 миллиона, да, у подростков и взрослых 4-60 тысяч у детей в течение 10-14 дней с последующей однократной инъекцией бензотин-бензилпенициллина. Возможно применение оральных пенициллинов в течение 10 дней, например, амоксициллина, да, и рекомендуемая схема 1-1,5 грамма, если у нас взрослый или пациент старше 12 лет. Дальше. Вторичная профилактика острой ревматической лихорадки направлена на предотвращение рецидивов заболевания, применяет препараты пролонгированное действие, например, бицилин 1, бицилин 5, да, вот вводит его внутримышечно, вот, например, взрослым и подросткам 2,4 миллиона единиц, да, так, 20, через каждые 21 дней. Длительная профилактика, длительность вторичной профилактики, которую, кстати, нужно начинать в стационаре, еще в стационаре, да, для каждого пациента устанавливается индивидуально и определяется наличием факторов риска, то есть повторных атак острой ревматической лихорадки. А к факторам риска относятся возраст больного, наличие хронической ревматической болезни сердца, время от момента первой атаки, число предыдущих атак, фактор скученности в семье, семейный анамнез, риск стрептококковой инфекции в регионе и, конечно же, профессия, да, пенициллинопрофилактика в стационаре начинается, длительность устанавливается индивидуально, мы говорили, да, если для больных, перенесших острую ревматическую лихорадку без кардита, то есть без поражения сердца, то есть был артрит или хорея, да, длительность не менее 5 лет после атаки или до 18 лет обязательно нужно проделать. То есть всегда нужно придерживаться принципа, что дольше. Для больных с излеченным кардитом без порока не менее 10 лет или до 25-летнего возраста. Для больных уже с пороком сердца, то эту профилактику обязательно делаем пожизненно. Какие же реконструкции? Вот видите, разные. Есть биологические клапаны, механические клапаны, есть реконструктивная операция Роуса, да, например, такая реконструкция, когда мы берем, например,
клапан легочной артерии, да, если он интактный, клапан легочной артерии, устанавливаем его вместо аорта, а вместо легочной клапан устанавливаем искусственный. Это очень хорошая операция, потому что легочная артерия – свой клапан, биологический клапан, и он прослужит дольше. А частота эхокардиографического контроля зависит, конечно, от стадии. Если у нас идет стадия Б, да, порока, то, вот видите, каждые 3-5 лет, в зависимости, например, стеноз, регургитация, митральный стеноз, митральная регургитация, тут у нас каждые 3-5 лет начинает, в зависимости от максимального объема, начинает контролировать прогрессию этого заболевания. Да? Если у нас стадия С, то каждые 6-12 месяцев обязательно нужно делать эхокардиографическое исследование и следить за показателями нарушения гемодинамики. Ну, ребята, я закончила свою лекцию. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.